Слав, как оценишь игру? Комментарий кратко. Нет, ну, конечно, тяжелая игра, тем более после сборов таких непростых. Естественно, тяжеловато, но, считаю, смотрелись неплохо, создавали моменты. Могли, конечно, выиграть, но сложилось так, как сложилось. Сыграли в ничью, будем готовиться к следующей игре. Поздравляю тебя со вторым голом за сборную. Расскажи, как он случился. Нет, хорошая передача от Саши Головина, отключился, забил, то есть такой трудовой гол получился. И очень рад, что удалось второй гол забить за сборную. Зайди уже больше 10 дней сборов. Вот насколько физическое состояние свое оценишь, наверное, команды всей? Ну, естественно, не прям хорошее состояние, естественно, не буду врать. Но в целом чувствую себя хорошо, потихонечку уже вхожу после такой тяжелой недели, поэтому, думаю, в будущем будет еще лучше. Сборная Польши также участвует в Евро. Как тебе команда? Не, конечно, хорошая команда. Есть и качественные футболисты, поэтому хороший спарринг получился. И могу только сказать хорошие слова о сборной Польши. Спасибо большое. Все, спасибо.